Если вы регулярно смотрите нашу передачу, то, наверное, знаете о том, что фирма «Дэнди» проводит открытый чемпионат по игре «Киллер Инстинкт». А сегодня мы представляем вашему вниманию репортаж о предварительных играх этого турнира. Как уже ранее сообщалось, проходит открытый чемпионат по игре «Киллер Инстинкт» для Супер Нинтендо. Он начался с объявлений в прессе и по телевидению. Сразу же после этого в магазин «Дэнди» на Красной Пресне 34 устремился поток желающих попасть на турнир. В течение 4 дней записалось свыше 2200 человек. Кто же является самыми популярными персонажами в «Киллер Инстинкт»? Первое место держит Синдер – 448 человек. Второй по популярности – восставший из мертвых скелет Спайнал – 384 фэна. Количество записавшихся на него не сказалось на качестве игры, за одним исключением, о котором позже. Мистический ниндзя Яга неожиданно оказался на 3-м месте – 224 человека. Участие в чемпионате приняли Дудаев, Зюганов, Грачев, Абдулатипов. На всякий случай далекая от политики фирма «Дэнди» развела однофамильцев по разным парам. И вылетев после первого-второго боя, Грачев и Дудаев так и не встретились. Кстати, на турнире было несколько Горбачевых, Сергей Есенин и Вася Чапаев. Плавились экраны телевизоров, дымились пальцы геймеров. Атмосфера турнира накалялась по мере приближения к финальной части. По условиям чемпионата только 10 счастливчиков попали в финал. 30 марта начался второй этап. Первый суперфиналист определился почти сразу. Им оказался Эмил Караиванов. Михаил Вологдин, Биорхит, занял 2-е место. На 3-е прогрызся Риптор, Саша Татаев. А железный Фулгар, Виктор Хмелик, занял 4-е место. Ну а суперфинал чемпионата будет проведен 7 апреля. И в одной из наших следующих программ вы увидите подробный отчет о финальных боях. Ведь главный приз за победу в турнире — Panasonic 3DO FZ10. Итак, мы начинаем наш репортаж об играх суперфинала. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Сергей Сухонев, я торжественно объявляю открытие первого открытого чемпионата Москвы и Московской области по игре Killer Instinct. Несколько слов о чемпионате. Фирма «Дэнди» не успокоилась на достигнутом. И мало, что она самая популярная, самая известная, самая мощная компания, которая занимается видеоигрушками, она идет дальше. И вот сейчас этот чемпионат — яркое тому доказательство. 2208 участников было зарегистрировано для участия в чемпионате. Представляете? 2208 участников. Открытый чемпионат, он и есть открытый, потому что участвовать в нем мог кто угодно. Любой. Мальчик, девочка, бабушка, дедушка, русский и грузин. И вот мы сегодня с вами увидим суперфинал этого чемпионата, в котором участвуют 4 игрока. 4. Спайнал в желтом углу ринга, с ним группа поддержки. За Спайнал у нас играет Караиванов Эмил. А теперь поприветствуем твоего соперника в синем углу ринга — Фулгар. Это Фулгар. За Фулгара у нас играет, кто бы вы думали, Виктор Хмелик. Виктор Хмелик, Фулгар. Напомню, что система чемпионата такова. Участники суперфинала должны драться до 5 побед. Как только один из них, или Спайнал, или Фулгар, победит 5 раз, мы будем аплодировать ему. И это значит, что он победил. Итак, схватка началась. Напомню, Спайнал — древний воин, кожи да кости, а Фулгар — здоровенный кибернетический железный робот. Бойцы пока осторожны. И вот сейчас великолепная серия. Поддержим. 7 ударов! 7 ударов сделал Фулгар. Ну, поддержим. Поддержим, ребят. Великолепно.
есть хороший шанс. Да, 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 да. Одна победа на счету Угора. Замечательно. Следующий раунд. И снова 7 ударов сделал Эмил, тем самым сделав большую заявку на победу. Удар за ударом. Боже мой, аплодисменты! Великолепно, великолепно играет Спайнал. Просто фантастически. Конечно, опыт его в боевых искусствах огромен. Да, 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 7 ударов сделал Спайнал, еще становится 1-1. Заметили вы, наверное, что у наших игроков отключен таймер. Они могут биться столько времени, сколько захотят. Великолепная серия 7 ударов. Фулгор заканчивает этот поединок. Все становится 2-1 в пользу Фулгора. Вот он, трагический момент падения Спайнала с небоскреба в бездну. Теперь действие игры перенеслось в мрачный подвал. Там на полу пятна крови. Великолепная, потрясающая комбо, которая дает возможность получить еще несколько тысяч очков, 8 ударов к ряду. Ну что ж, посмотрите, какая напряженная борьба. Счет 2-2. Никто из них не хочет упустить из рук приставку Panasonic FZ-10. Сейчас кто-то из участников вплотную приблизится к заветной цифре 5. И вот тогда-то мы и посмотрим. Кратко переходит на улицы города. Спайнал хитро спрятался за колонну, но это не помогает ему, и Фулгор наносит ему 4 удара подряд. Да, хотел схитрить Фулгор. Исчез и возник в другой конце площадки, но Спайнал на чеку. Аплодисменты Эмилу Караиванову. Как я и сказал, все становится 4-2. Фулгор понял, что если не начинать биться по-настоящему, то поражение неминуемо, и взялся за дело. Обратите внимание, какой широкий ассортимент ударов у Спайнала. Он дерется мечом, защищается щитом, бьет ногами, руками и запускает огненный черепах. Полный ассортимент бойца. Жестокий комбо-серии из 6 ударов заканчивает эту схватку. Эмил Караиванов победил! Спайнал победил! Витя, скажи, пожалуйста, почему ты проиграл? Трудно играть на втором джойстике. Ну, ты считаешь, что он победил тебя честно? Да. Аплодисменты Виктору. Он достойно сражался и достойно проиграл. Скажи, пожалуйста, трудно было сражаться? Было очень трудно. Тебе нравится вообще идея такого чемпионата? Нравится. То есть есть смысл сделать его традиционным, там, ежегодным, может быть, даже ежемесячным? Я думаю, что есть смысл. Аплодисменты Эмилу Караиванову. Я приглашаю на ринг вторую пару участников. Внимание! В красном углу на нашей площадке Риптор. За него играет Александр Татаев. А соперник нашего Риптора – это Пи Орхид. Может быть, вы не знаете, но это девушка. Это девушка, да. Девушку зовут у нас Вологдин Михаил. И я приглашаю ребят на ринг. Поддержим. Поддержим их в этот последний момент. Джойстики в руку и кнопка старт. Напомню, что организатор чемпионата — фирма Dendy. Они взяли на себя эту задачу нелегкую для того, чтобы еще более популярными сделать компьютерные игры среди вас. Нелегко хрупкой девушке бороться с ящером, но и у нее есть великолепный набор потрясающих комбо-серий. 8 ударов комбо-серии сейчас только что сделала Орхид. И снова великолепная комбо-серия из 7 ударов. Кровь льется на пол огромными брызгами. Еще одна серия на счету Риптора. Потрясающе, великолепно! Итак, счет 1-0, впереди Риптор. Ну, дорогие мои, это никуда не годится. Девушку бить такой силой — это, вы знаете, некрасиво. 7 ударов. Михаил Вологдин получает удар за ударом и проигрывает следующую схватку. Счет 2-0.
Участники сошлись близко, но еще ни одного удара я не вижу хорошего. Вот, великолепная комбо-серия. Только что провела Орхид. 10 ударов, аплодисменты. 10 ударов комбо-серии на счету Би Орхид. И еще 8. Да. Вот это да, это я понимаю. Михаил взялся за ум. Наконец-то он взялся за ум и сокращает разрыв в счете. Счет становится 2-1. Заметьте, что декорации, в которых происходит этот поединок, очень похожи на декорации нашего шоу. Там тоже ринг, тоже канаты, только участники слезли с ринга и дерутся прямо на полу. Блестяще, блестяще. Потрясающая комбо-серия из 8 ударов. И тут же ответная комбо-серия Би Орхид, правда, всего из 3. Замечательный удар, великолепный удар, точный, меткий. Посылает Риптора на пол. И снова 2 комбо-серии подряд. Смотрите, 2 комбо-серии подряд. И как результат, конечно, как результат, великолепная победа Риптора. Победа ящера над девушкой. Счет 3-1 в пользу Риптора. И Орхид довольно часто использует прием превращения в пантеру. Очевидно, Михаил Володин считает, что это очень сильное оружие. Единственное, что он не учел, что Риптору это превращение в пантеру никакого вреда не приносит. Очень осторожно, игроки, очень осторожно. Не бросаются в бой, очертя голову, а... Да, да, аплодисменты, аплодисменты! 6 ударов в комбо-серии! И Риптор снова побеждает! Действительно, так биться может только чудовище. Александр, ты чудовище. Александр улыбнулся, он находит в себе силы. Удар за ударом, удар за ударом. И еще одна великолепная комбо-серия из 8 ударов! Создается впечатление, что Би Орхид делает все, что в ее силах. Она вся отдается борьбе, но ничего у нее не выходит. Снова серия Риптора и победа Александра Татаева! Почему так легко и, можно сказать, даже одной левой ногой победил Би Орхид? Я думаю, это очень тренировался. Почему ты выбрал Би Орхид? Почему ты не выбрал там какого-нибудь более мужественного персонажа? Универсальный игрок. Но он честно победил? Да, честно. А ты честно проиграл? Да. Спасибо тебе, Миша. Аплодисменты Михаилу Вологину. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов. Настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо. Это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране. Совершенная игровая система. Супер Нинтендо. А сейчас я хочу немножко развлечь вас, зрителей нашего шоу, и предложить вам маленькую викторину. Напомню, что это соревнование организовано фирмой Дэнди. Вы все замечательно знаете, что фирма Дэнди – это первая ласточка, выросшая в огромную птицу, которая на своих крыльях принесла в нашу страну только еще любимые теперь уже компьютерные игрушки. Все остальные их конкуренты как-то вяло затихли, и больше никого на этом просторе не видать. Итак, первый вопрос. Эксклюзивным дистрибьютором каких фирм является фирма Дэнди? Пожалуйста. Konami, так. Ocean. Так. Nintendo. А, я запомню тебя. Кто может еще добавить что-то? Пожалуйста. Acclaim, молодец. Ну что ж, у нас есть 2 победителя. Я прошу их выйти на сцену. Так, коробку Brutal выбирает себе наш первый победитель. А ты? Тоже коробку Brutal забирает. Молодцы, а теперь садитесь и рассматривайте, что вы выиграли. Аплодисменты. А вопрос следующий звучит так. Кто может назвать 6 причин для того, чтобы покупать компьютерные игрушки в фирме Dendy? Пожалуйста. Во-первых, ну, гарантия. Во-вторых, гаджеты, которые не куплены в сети Dendy, могут не работать. Так. То есть надежен. Да. Там больше выбор. Ассортимент. Молодец. Итак, гарантия, надежность, ассортимент. Только 3. Кто еще? Качество и цена. О, еще качество и цена. Кто еще может назвать? Товары, купленные в фирме Dendy, можно отдать в мастерскую. Вот, конечно, сервис. Молодцы, аплодисменты. Пожалуйста, на сцену. Вы получаете вот такой вот замечательной кепки. Держите, надевайте кепки. О, красота. Фирма Konami. Напомню, что фирма Dendy является эксклюзивным дистрибьютором товаров фирмы Konami на нашем рынке. Аплодисменты нашим героям. Еще один вопрос, да? Еще один. Хорошо. Сейчас я выберу такой вопрос, который вы никогда не ответите. Вот. Пожалуйста. Вопрос такой разминочный. Сколько персонажей в игре Killer Instinct?
Кто считает, что 10? Ну-ка. 11. О, тишина, тишина, тишина. Смотрите, маленькая девочка дает совершенно правильный ответ. 11, конечно. Биться можно только 10, а кто 11? Айдол, совершенно верно. Идем со мной. Айдол — это 11 персонаж игры Killer Instinct. Откуда ты это знаешь? Мне брат сказал. Брат сказал. А брат твой, если не ошибаюсь, есть Эмил Караиванов, да? Да. Ты его сестра? Да. Тебе от фирмы Dendy и от меня лично возьми себе такую вот сумку, да, и давайте дам еще журнал, вот. А, знаешь, у тебя есть кошелек? Нет кошелька? Как же ты без кошелька? Пожалуйста, фирма Konami. Кошелек! Вот такой вот набор призов. А сейчас мы приступаем к самому страшному и самому важному событию сегодняшнего дня. К суперфиналу! Эмил Караиванов и Александр Татаев. Напомню, что Эмил играет Спайналом, а Александр играет Риптором. Супер, только тогда мы будем знать имя и фамилию победителя нашего чемпионата. Вот это уже схватка настоящих профессионалов, которые прошли в огонь, воду и медные трубы чемпионата. И вот сразу 7 ударов. 7 ударов в комбо-серии наносит Эмил Караиванов. Аплодисменты ему. И точно такой же серии, только из 8 ударов, отвечает Александр Татаев. Да, вот это чувствуется класс игры. Страшный крик боли раздался, это Риптору попали по голове мячом. Поддержим, поддержим, поддержим участников, поддержим! Им очень сейчас нужна ваша поддержка. Какая равная борьба, вы посмотрите. Делай ультра, кричат в зале. Да, аплодисменты Александру Татаеву! Yes, 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 1-1. Ready? Go! И на самой первой секунде этого раунда Риптор проводит великолепную комбо-серию 6 ударов. Сокрушающие удары хвостом наносит Риптор. Ему легко, он ящер, конечно. Спайнал гораздо тяжелее. Так быстро происходит атаки, что невозможно даже иногда разобрать, кто нападает, а кто защищается. А вот это достойно аплодисментов. 5 ударов в комбо-серии Риптор. И мы аплодируем, снова аплодируем Эмилу Караиванову. Посмотрите, счет 3-1. Счет 3-1. Какая хорошая комбо-серия. 8 ударов. Риптор, кажется, взялся за дело всерьез. 7 ударов Спайнал проводит. И еще 7. Смотрите, аплодисменты. 14 ударов подряд. 2 комбо-серии. Великолепная техника, потрясающие способности. Еще комбо-серия. Да, кажется, Риптору пришел конец. Осталось совсем немного. Еще одна. Все. Аплодисменты Эмилу. Счет становится 4-2. Хорошая, хорошая серия на счету у Риптора. И, наверное, есть какой-то хоть небольшой, но шанс, что ему удастся переломить ход борьбы и, налетев на Спайнала, совершить сокрушительную комбо-серию. Очень бы хотелось, да. 8 ударов, еще, ну, еще несколько ударов, и все, и победа будет за тобой. Александр Татаев, напомню, играет за Риптора. Да, да, аплодисменты. Поддержим Александра Татаева. Риптор сокращает разрыв в счете, и счет становится 4-3. Счет не катастрофический для Саши. У него еще есть все возможности, чтобы переломить ход борьбы. Удары хвостом. Верхние блоки не помогают Риптору. И Спайнал проводит комбо-серию 7 ударов. То же самое делает и Александр. Да, аплодисменты Эмилу Караиванову. 6-я победа на счету этого маленького мальчика. И сейчас мы с замиранием сердца будем смотреть бой, который, возможно, решит исход всего чемпионата. Итак, сейчас, через несколько минут, мы узнаем, кто из них станет чемпионом Москвы и Московской области, а кто станет вице-чемпионом, или, проще говоря, займет второе место. Удар, 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 удар. Нет, опускает руки, Эмил. Что-то не получается у него, что-то не выходит.
эмоционально заряженный бой, в котором победил Эмил Коноевалов! Итак, церемония награждения! Молодец! Александр Татаев получает свой приз. Это приставка Super Nintendo. И к ней игра Addams Family. Эмил Караиванов получает лазерную игровую систему Panasonic FZ-10. Эмил Караиванов, Panasonic FZ-10. Ну, у нас еще есть двое участников. Миша Вологдин и Виктор Хмелик. Я прошу их подняться на ринг. Оба они получают по игровой системе Game Boy. И картридж к нему. Итак, я торжественно объявляю, что первый открытый чемпионат Москвы и Московской области по игре Killer Instinct закончен, закрывается. Но это еще не конец, друзья мои. Ведь будут другие чемпионаты, будут другие игры, будут чемпионаты России, а может быть даже и мира. И может быть мы еще увидимся с Эмилом, с Сашей, Витей или Мишей на чемпионатах мира. Вот и отгремели бои Killer Instinct. Страна узнала своих героев. А мы узнали имена победителей. Честь им и слава. Ну а нам пора прощаться.